Ну, будете бороться за что-то, выяснять что-то, может быть, ждать каких-то документов, подавать какие-то документы, да, не очень будете себя из этого чувствовать, переживать будете, может быть, да, переживаете разлуку с кем-то, будете думать, строить планы, мечтать, вспоминать, да, кого-то, какие перемены. Вы знаете, какие-то препятствия уйдут. Уйдут какие-то препятствия, сложности. И посмотрите, вы себя будете на самом деле чувствовать гораздо лучше. Будете чувствовать себя императрицей, прекрасной, желанной женщиной, да, матерью, хозяйкой, парой, рядом с королем, королем земной воздушности, возможно, стихии по основному знаку, либо по асценденту, да, мужчине серьезным. Вот. Что уйдет? Уйдет материальное неблагополучие, может быть, болезнь какая-то закончится. И посмотрите, поступят какие-то деньги, которых вы ждали, да, поступят, может быть, помощь кто-то окажет. И опять же, это будет мужчина.